Сёння кіраўніцтва нашага рэгіёна ладзіла святочны прыём з нагоды Дня Маці. Яго ў Беларусі азначаюць 14 кастрычніка. Аднак віншаванні віноўніцы ўрачыстасцяў прымаюць на працягу ўсяго гэтага тыдня. З клапатлівымі, прыгожымі і паспяховымі госцямі свята пазнаёмілася Ганна Кавалёва. Медыкі, банкаўскія работнікі, педагогі, прадаўцы і нават міліцыянеры – гэтыя жанчыны розных прафесій і рознага ўзросту. Аб'ядноўвае іх тое, што кожная з іх маці, прычым шматдзетная. 40 такіх жанчын з усяго рэгіёна сталі гасцямі ўрачыстага прыёму кіраўніцтва вобласці. Большая сям'я – это чудесно. У меня две девочки, три мальчика. Ходим в школу, делаем уроки, все рядышком, мама. Когда звучит слово «мама», это… Просто нет слов. С 1995 года у нашей краине існуе узнагорода Орден Мати. Яе атрымліваюць жанчыны, якія народили 5 и больше детей. На сегодня в Гомельской области проживают 1356 уладальниц этой узнагороды. 11 из них отримали орден менавіта у этот день. А кроме такого заохвочивания у Беларуси існуе система поддержки шматдетных семьев. Их только в нашем регионе 15,5 тысяч. Например, с 2015 года призначается семейный капитал. При народжении або усыновлении третьего и наступных детей семья отрымливая право на предоставление 10 тысяч долларов. На первые кастрычника этого года Украине открыто каля 43 тысяч депозитных рахунков на сумму свыше 430 миллионов долларов. А кроме того, сёлета на Гомельщине больше за 20 тысяч семью отримали допомогу на погашение финансовых кредитов. Мы гордимся нашими матерями Гомельщины, потому что если взять в 95 году это было 3 матери, орден получили правительство, орден матери, то сегодня это почти 1400. Поэтому хочется выразить низкий поклон матерям и поблагодарить их за их труд, за их любовь к детям, к нашей стране, конечно, к нам. Акрамя слоў падзякі, кветак і ўзнагарод, у гэты дзень шматдзетных мам парадавалі яшчэ святочным канцэртам. Для іх свае лепшыя нумары выканалі творчыя калектывы Гомельшчыны. Ганна Кавалёва, Ігар Марышчанка, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».